Поруч з нами лівий захисник футбольного клубу «Кривбас» Андрій Дидяєв. Андрій, як тобі перформанс, як тобі результат матчу? Ну, звісно, результат нас порадував в сьогоднішній грі, так як це, можна сказати, було дербі. Грали лідери чемпіонату, так скажемо, за путівку в першу лігу. Це очередний шаг к тому, к чому ми движемося. І что тут сказать, я, наверное, больше ничего не скажу, кроме того, как вы видели, что сегодня сделали наши болельщики. При таких болельщиках мы просто не имели права не выиграть. Все, спасибо. Всем спасибо. Всех с победой. Интервью. Автор дубля поруч з нами ворота Запорізького Металургу Ярослав Квасов. От коли перший пенальті заробили, був впевнений, що ти будеш саме пробивати? Як ти був впевнений у власних силах? Да, в принципі, і давно ждав, думаю. Не играл просто, поэтому я был уверен и во первом, и во втором, в принципе, мандража не было. Как вплинула пауза, и чи вплинула взагалі пауза через безлад запорізьких уболівальників на гру? Ну, я думаю, да, после двух мячей все-таки эмоции поднялись у нас, мы готовы были дальше как бы добивать соперника, я думаю, эти там сколько мы тут, 30-40 минут сидели, я думаю, чуть успокоились, поэтому вышли. И весь первый тайм был очень тяжелый. Думаю, во втором тайме более-менее успокоили, но тоже был нервный такой тайм. Ну, в принципе, хорошо, что довели дело до конца. 4 очки теперь уже переваги над Запорізьким Металургом. Уже більш спокійно теперь дивитись? Ну, да нет пока еще. 4 очка хорошо, но у нас следующий матч вот через 3 дня. Нужно выходить и брать 3 очка и уже, думаю, решать все вопросы. Игорь Яровой. Игоре, як налаштовувались на гру з принциповим суперником? Ну, важлива осінь гра, ми налаштовувалися дуже серйозно, підготовлювалися, недільний цикл був, хороший суперник. Повели спочатку 2-0 в счеті, немножко відійшли назад, грали по счету. Ну, були моменти, могли і третій забивати, ну, 2-0 теж хороший результат. На твою думку, в яких компонентах ви мали перевагу над суперником, а навпаки, в яких, можливо, поступали? Имели. Ну, сначала мы очень хорошо стартовали первый тайм, 10-минутку, который нам тренера говорили, что мы должны сжать их на своем поле, мы должны прессинговать, и подбирать мячи и атаковать. А немножко у нас забили, немножко, может, успокоились и отошли назад. Вот это что плохо было. Я знову, можливо, повторюся, але результат же 4 очки переваги над суперником, чи не заспокоїть, чи навпаки заспокоїть такий результат таблиці? Я думаю, що нас не успокоює цей результат. Три тури залишається. Следующая гра з Николаєвом 2. Думаю, серйозно, теж потрібно готуватися і виграти, і заробляти 3 очка.